Все сдержанно и со вкусом владельцы кафе постарались создать рядом с заведением маленькую Грузию, чтобы гости или просто прохожие могли почувствовать ее дух в Самаре. Нам хочется делать что-то приятное и красивое для города. В каждый элемент, несомненно, была вложена душа. А фасад не является исключением. Озеленение обеспечивает определенный уют, чтобы каждый гость чувствовал себя как дома, чувствовал нашу теплоту и заботу. Владельцы магазина цветов тоже решили создать оазис перед своим входом. Но сейчас крыльцо магазина украшают не сами цветы, а лишь надпись. Во время обеда в течение дня утащили наши клумбы. Они были очень красивые, даже проходящие мимо люди девятся. Куда же делась такая красота? Так что вот так вот. Будете еще пытаться? Просто мы, может, пристегнем замочком? Фасад магазина по соседству скромен и неприветлив. На наши вопросы, почему владельцы не участвуют в программе «Цветущий город» или, быть может, растения тоже украли, получаем один ответ. В то же время десятки предпринимателей Самарского района откликнулись на призыв городских властей превратить столицу региона в самый цветущий город в Поволжье. Владельцы магазинов, парикмахерских, кафе уже окружили свои заведения цветами и вписали клумбы и кашпо в стиль и концепцию своего заведения. Первая, как бы, и главная ценность – это наши гости, для которых мы и делаем это. У нас нет каких-то акцентов на то, сколько мы на это потратим. Или, не дай бог, снимут у нас эти цветы завтра или нет. Мы об этом, честно, не думали. Мы хотели донести до наших гостей, что мы о них заботимся, что гость для гостей мы делаем так же, как делаем и все для себя. Поэтому мы считаем, что деньги – это немножко второе. В этом году, благодаря программе «Цветущий город», запущенной по инициативе главы Самары Олега Фурсова, ярких красок в городе стало больше. На 25% увеличилась площадь высадки цветов. Сотни предприятий, от промышленных до малых, откликнулись на призыв властей и присоединились к программе. Курс на красоту взяли и жители города. В своих дворах они разбили газоны и уже соревнуются дворами в искусстве ландшафтного дизайна. Марина Матвеевична, Максим Гусев, «События».